Зайчик добыт. Всех приветствую. Выехал на охоту зайчика потропить. Погода, многие, наверное, знают, в нашем регионе уже почти каждую неделю бураны. Видимость нулевая, в городе вообще ездить невозможно. Про загород вообще молчу. Ну и наконец, вроде бы так, чуть ветер стих, и почему бы не выйти. Но, как сказать, мягко сказать, вроде бы как, но дует прилично, снежок. Следов практически нету, вот практически с машины только вышел. От машины где-то километр отошел, уже начались кусты вдоль речки, по руслу шел. Были места такие на примете, где заяц, возможно, может быть, поднимется. Ну и, как бы сказать, интуиция не подвела. Зайчик добыт. Конечно, не сразу, далеко, как обычно. Сезон уже почти на закате. Стал далеко. Первым чуть зацепил, вторым, кажется, по ногам попал. Третий сквозь кусты уже дробь рассыпается, не попал. Потом уже чуть за ним шел, но получилось, не стал рисковать, короче, еще раз добил. Зайчик такой взрослый, ну, матерый. Меня с полем, вам ни пуха ни пера. До новых встреч.